Сейчас здесь очищают территорию, которая долго была в запустении. Через нее людям будет удобнее ходить в часовню святителя Спиридона Тримифунского. К тому же уже начинается строительство нового храма, поскольку существующие здания не вмещают всех желающих. Это была запущенная страшная площадка, такая, что тут пройти было страшно, а вообще люди все равно здесь ходят. Теперь ее взялись наш депутат Максим Анатольевич, приводят в порядок. Это будет просто скверик такой прогулочный. Поставят фонари, будет тут замечательно, конечно. Помогли депутаты городского собрания Сочи перенести детскую поликлинику в новое здание. Теперь педиатрическое отделение 4-й краевой больницы может принимать 25 тысяч детей. От них в районе настоящие раздолье. Практически у каждого дома детские площадки. Две из них выполнены по наказам избирателей депутатом Максимом Медведевым. Отличаются они наличием специального покрытия и игровыми тренажерами. Освободилось и муниципальное помещение паспортно-визовой службы. Теперь здесь, по инициативе депутатов городского собрания Сочи, с нового учебного года начал свою работу филиал муниципального центра дополнительного образования «Ориентир». Его внутри отремонтировали за счет средств депутатского фонда. Ребята занимаются в различных кружках с 5 лет и до 18 направления, от пришкольной подготовки до электротехнических и художественных секций. Нам дали дополнительное здание к нашему центру, которое расположено на улице Демократическая, 43. То есть основное здание там. Это, как мы называем, наш небольшой филиал. Дали нам его в 2015 году. И вот в течение 2 лет с помощью только депутатов мы смогли сделать ремонт и начать образовательный процесс с 1 сентября 2017 года. В целом весь микрорайон удивляет своей ухоженностью. Здесь и розы в саду, и цветы на балконах. В сквере гуляют мамы с колясками и люди старшего поколения. Сами депутаты городского собрания Сочи признаются, многое зависит от самих жителей. Если они сами приучены жить в чистоте, то и от младших будут требовать того же. Данная работа будет нами продолжаться в четком взаимодействии с нашими избирателями. Мы получаем много наказов, получаем много пожеланий. В этой части мы их отрабатываем совместно с администрацией района, отрабатываем совместно с нашим территориальным общественным самоуправлением, с нашими активистами. А то с голубые дали — это 20 тысяч жителей. Кстати, на краевых и городских конкурсах он при поддержке депутатов городского собрания Сочи неоднократно побеждал. Наградой были субсидии с края для дальнейшего благоустройства территории ТОС. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.